Зловещие мертвецы 2. Меня зовут Эш. Я раб. Насколько могу судить, на дворе 14 век, и меня волокут навстречу погибели. Так было не всегда. Когда-то я вел нормальную жизнь. Работал. Я сожру твою душу. Рискни здоровьем. Пожалуйста, помогите мне! Я проглочу твою душу! Вот так. И кто сейчас смеется? Кто смеется?